Привет, мои любимые. Не знаю, видно вам меня или нет. Так телефончик снимает темно. Времени сейчас 7 часов 19:00. 16 сентября 2020 года. Я иду в аптеку, начала снимать, и мне выдал телефон, что нет места, и вырубилось видео. Я начала снимать еще с комнаты. И вам рассказывать, что снимала видео про свою коммуналку, обзор сделала, и что многие благодарны. Спасибо вам за комментарии, мои хорошие, за хорошие комментарии и за не очень. Много людей еще, которые оценивают, понимаете, которые осуждают, которые возмущаются тем, как живут другие. Вот для меня это странно. Но все мы разные, мои хорошие, поэтому каждый из нас проявление Бога. И каждый видит так, как видит. И затем, зачем пришел сюда, то и проявляет. И тот опыт проходит. Добрый вечер, Петербург. Почему-то не резко. Я не могу понять, почему. Но не резко. Привет, небушка прекрасная. Привет, мой любимый город. Я сегодня не была на улице. Вот. Какой-то у меня странный день. Там вон девочки сидят. В кафе отдыхают. Человек в форме. И столько вот людей. А что здесь закрыли? Я не могу понять. Как же мусор-то выкидывать? Нет. Не закрыли. Ну и славно. У нас начали какие-то экскурсии водить во дворе. Вообще жесткач. И соседи начали жаловаться, говорить, чтобы эти ворота закрывали. Потому что заходят и начинают кричать с самого утра. А питерцы спят очень долго. Не все, но многие. Вот где резкость, я не могу понять. То ли это с камерой что-то, то ли просто она так ощущает. Вот тут непонятно, кто это ходит. Милиционер или кто заглядывает и стучит. Но зачем мне это нужно? Непонятно. Привет, мои любимые. Привет, мои хорошие. Я в тапочках все еще иду в аптеку. Ауди. У-ху! Класс. Вот и вам вечер начинается. Вечер начинается с Ауди. Иду посередине дороги. Красота. Мне нужно еще сходить в метро. На телефон, на старый я снимать не могу, потому что он у меня разряжен абсолютно. Снова Ауди. Что ж такое? И птичка. А здесь какой-то учебный класс. Видите, там сколько стульчиков. Не знаю, что это тут за класс и чему здесь учат. Но чему-то учат. Красивый светик. Покажу вам. У-ху. Красота. Что-то не хочется совсем болтать. Хотя столько всего хочется рассказать и поделиться. Блин, снова Ауди. Что ж происходит? Что-то у меня увеличивается эта аудифобия. Реально одни Ауди на каждом углу. Куда ни смотрю, Ауди. Куда ни иду, Ауди. Везде, везде. Вообще. И почему он так снимает не резко? Что с ним? Не знаю. Может быть, я какие-то настройки нажала. Может быть, еще что. Очень странно. А, это ж театр наш. Видите? Красиво. Ладно, пойдемте. А то я что-то там зависла. У меня все время все спрашивают. Ну или многие говорят, а кто там у тебя свистит все время? Ну как будто рядом возле меня кто-то идет и свистит. Никто, это я.
Вот я пришла в аптеку. Телефончик не останавливается. Запах какой аптеки. Не останавливается. Блин, не хочется ручки все эти трогать. Вот так плохо, что не останавливается. Так что вот придем. Здравствуйте, можно вид? Вид. Нету? Странно. Я у вас покупала. Да? Спасибо. Нету. Значит, не судьба. Да-да-да. А, не показала же вам люстры. Прекрасные. Видите? Фу-ху, красота. Сказал нету. Ну, не знаю тогда, где искать. Ой, как-то я дверь очень широко открыла. Я попила сейчас имбирную воду с лимоном. И у меня так в горле першит. Не знаю почему. Смотрите, какие пушочки. Пушочки. Вот вообще не знаю, для чего они. Просто, наверное, для красоты куда-то их пришпиндоливать. Ну, там, на пальто или на чего-то еще. Город гудит. Видите, какое движение вообще. Куда я иду? Мне надо к метро идти. А меня что-то сюда ноги несут. Почему он так темно снимает? Может, какие-то настройки надо сделать? Я не могу понять. Давай посветлее. 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 Увеличить. Да. Видите, я увеличиваю немножечко свет. Хочется поярче, потому что не так темно, как показывает у меня. Давай. Да. На телефоне. И почему-то вообще нет резкости. Как это все снять? Я не знаю. Давай, давай. Да, да, да. Вот так темнее, а вот так светлее. Не знаю, что такое с ним. Что-то, наверное, в настройках надо делать, я не знаю. Ну, хоть как-то вам показываю немножко. На самокатике едет. Парниша. А этот на велосипедике. Бородач. В общем, Петербург живет. Вот эта столовая, что я вам говорила, помните? Не знаю, как она называется. А, просто столовая. Кушать подано. Да, кушать подано. Работает с 9 до 9. Без перерыва и выходных. Открылась наконец-то. То она работала просто на вынос. Или как там? На вывоз. Вот как сделать посветлее? Блин, вообще так темно почему-то. Давай сделаем посветлее. Посветлее. Пожалуйста, пожалуйста. Давай так. Вот. Посветлее, по-моему, получше. Вот, то она работала на вынос или вывоз, а сейчас работает. Все заходят там и кушают. В общем, вот так вот. Ладно, пойдемте прогуляемся. 22-й. Люди едут с работы. Такой у нас Петербург. Люди все так одеты. Неужели холодно? Что-то мне вообще не холодно. Я смотрю, все идут в капюшонах, в куртках, в каких-то теплых таких. А я вообще в тапочках. Вот, смотрите, снова Audi.
Человек там сидит, задумался. Вот блинчики делают. Сейчас я вам покажу, если видно. Не знаю, видно вам, нет? Готовят блинчики. Красота. Мальчики гуляют. Телефончик прям. Лондон. Вот этот уголок мне так нравится. От него прям это веет Европой. Тарари. Тарари-рари. Давно мы с вами не гуляли вечером. Почему-то мне захотелось вечерком пройтись. Хотя можно было и утром завтра пойти. Но вот почему-то меня ножки мои в тапочках потянули. Вы смотрите, в каких теплых куртках все. Только я иду в футболочке и в кофточке так расхлябанной. Вообще не холодно. Вот серьезно, я не обманываю. И в тапках очень комфортно. И вообще. О, тут все. Где был магазин, все-все-все там ремонтируют. Не знаю, видно вам, нет? Может, снизу как-то показать. Ну, в общем, там реставрация идет магазина. Вот здесь тоже везде. Видите? Скоро открытие. Вкустер. 24 продукты рядом. Понятно. Новая компания, новые возможности и так далее. Вот человек тут все это ремонтирует красиво. Ладно, пойдемте. Тут салон красоты. Какая девушка сидит. Прямо ее так украсили. Теперь ее муж дома не узнает. Такой салон красоты. Он маникюрчик делает. Девушка. А тут в телефончик играет, ждет своего клиента. А в этом вот, в этой парадной я жила, снимала комнату. Сейчас закрыто вот в этом доме. Тут жила на 5-м этаже. Вот серьезно. Как красиво. Там везде свет горит в этом доме, который мне нравится. Видите, какая там люстра? Не знаю, видно отсюда или нет. Люстра, пожалуйста, наведись. Проведите. Проведите меня к нему. Я хочу видеть этого человека. Прекрасный Петербург. Величественный. Красота. Вот не видно. Хотела вам увеличить люстру. Вот я отсюда смотрю. Она прям как в большом театре. Такая красивая. Просто глаз не отвести. Ну, в общем, идем к метро. Не знаю, может быть, уже включать, потому что я уже много раз снимала. На мои тапочки так все смотрят. Женщины, девушки, все, кто идет навстречу. Почему? Непонятно. Ничего не понятно. Что я вам хотела рассказывать? А, о том, что я посмотрела второй фильм «Самадхи». После первого у меня начались какие-то сдвиги в сознании в моем. А после второго я вообще улетела. Как-то вообще все заборы, границы, вставленности смылись абсолютно. Там вот такие слова сильно-сильно зацепили. Помните? Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя. И там в самадхи говорится, почему же Твоя, а не Твоя? Ну да. Почему не моя? Почему Твоя? И ты понимаешь, что ты Бог. Вот, Ауди. Снова Ауди. Прям какой-то порочный круг.
окружили меня везде Audi. Вот честно, иногда кажется, что я реально сплю. Не знаю почему. Хочется так тебя ущипнуть. Щипаешь, вроде бы не спишь. А такое чувство, что спишь. Вот тут дом быта. Дом быта. Вот такой вот. Почему так не резко у меня? Как будто все в тумане. Как будто сон пронесен. То ли погода такая, то ли в телефоне настройки такие. Не могу понять. То ли настоящий момент такой. Малявка чуть меня не въехал. Я резко затормозила. Собачка! Собачка! Мой любимый Петербург. Боже, как красиво. Там сова. Видите? Сова для Ирины Хинди Лайф. А там с той стороны, наверное, что написано. Но я не вижу, что. Давайте посмотрим с вами. Тут что написано, скажите мне. Я не вижу. Засунула руку, показала вам. Потом посмотрю, когда буду видео это смотреть. Вот правда какая-то странная погода. Все такое нерезкое. Может, уже зима? А я в тапочках иду. Может же такое быть? О. От ребят пахнет югом. Собачка. Собачки. Какие красавчики. Привет. Привет. Цифровая и бытовая техника. Очень красиво. Вот такой мой Петербург, мои родные. Уверена, что если вы тут пройдетесь, он у вас будет совершенно другим. А у меня такое. Зато я к метро уже пришла. Вот как бы мне перебежать? Не знаю даже. Без правил. Там вон машины ждут. И тут ждут. А, я перебегу. Там сварщик. В общем, я как этот член-корреспондент. Север. Я вижу, что Петербург вообще оживает. А вы как видите, не знаю. Напишите мне, как вы видите. А сколько людей. Женщины в масочках. Некоторые. Сколько тут самокатов, смотрите. На Android и на iPhone. Наушники и зарядка. Пришли мы к метро Чернышевской. Красота. Хотя музыка нежелательна. Женщина стояла и ушла. Все, мои родные, наверное, надо прощаться. Сейчас сниму 200 рублей. Соседка Евгения Павловна у меня просит 200 рублей. Но она там какую-то на трубу поменяла прокладку или что-то. Поэтому ей нужно вернуть. Сейчас я сниму наличку и все. Пока, мои любимые. Всем приятного вечера. Очень-очень люблю вас. Трогала ручкой. Все, пока.